Всем привет, с вами Арджи Лео. Из имеющихся на данный момент у меня Beyblade Burst, это последняя битва, которую я могу сделать. Это у нас Виврон первый против Кербиуса второго. Это будет одна из самых скучных битв, так как я уже начал первый раунд, так как оба волчка защитные. В первом раунде победил Кербиус второй. Второй раунд. Во втором раунде у нас уже победил Виврон. Так сказать, вот это поворот. 1-1. Третий раунд. Случайно у меня попал Виврон на Кербиуса. Или же Кербикс. Ну блин, ребят, на русском их в принципе называют очень по-разному. Нет особо правильного названия такого. К тому же, если еще считать то, что у нас есть две озвучки от Hasbro, это Кротоми, то это прям вообще трындец там с названиями. Во втором раунде у нас победил Виврон. Ой, это был третий раунд. В третьем раунде победил Виврон, а это уже четвертый вариант раунд. Сбился со счета чуть-чуть. В этом бою, скорее всего, Бёрста не будет. Два-два. Кербиус сравнял. Ой, Виврон чуть не бёрстнулся. Ой, финальный раунд. О, очень неплохой удар был. А теперь уже пошли слабенькие. В нашем сегодняшнем бою победил Виврон. О, прям выцарапал победу. 3-2 счет. Буквально там чередовались раунды с тем, кто побеждает. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.